можете рассказать о семинаре? Замечательный семинар, замечательный преподаватель, совершенно новые инструменты для работы, для беседы с телом, легкость, изящество, простота, вот что отличают эти техники. Но у меня больше нет слов, вот то, что сказал. Замечательно. Спасибо большое. Как вы можете рассказать про семинар? Рассказать можно семинар много. Семинары все замечательные, каждый из них находит свое место. А вот на третьем семинаре по Меридиану могу сказать, что это семинар, который позволяет интегрировать, с помощью его легко интегрировать практически любую технику в свою работу. И он, на мой взгляд, он один из самых таких подводящих итог всему тому, что мы знаем. Эффективность, даже потому, как мы практиковались, эффективность очень высокая. Я уже предвкушаю, что будет поработать. Спасибо большое. Наталья, как вам семинар использования меридианов в краниосакральной терапии? Ну, мне очень нравится. Для меня очень много актуальных тем, которые дал Кеннет. Легко применение, но для этого нужен навык, практики побольше. Очень серьезный подход в плане глубины воздействия и простота. Если все это освоить так, как говорит наш доктор любимый, то это очень мощные техники, которыми можно решать 90% проблем пациента. Ну и свои, кстати, тоже. Спасибо большое. Ольга, каковы ваши впечатления от семинара? Ну, у меня этот семинар произвел огромное впечатление, и даже его эти впечатления трудно уложить в слова. А у меня есть какой-то многомерный опыт расширение границ возможностей приносить своим пациентам вообще облегчение, излечение. И для меня эти методы, они такого квантового характера. Тогда, когда вроде бы я много уже читала и слышала, что можно так делать, но когда я стою демонстрации перед артистом, что я семинар этот буду перерабатывать еще несколько месяцев, чтобы попробовать свою практику интегрировать. Ну, для меня это вообще очень спасибо, Ольга.
Елена, каковы ваши ощущения от семинара? Ну, вот я уже на третьем семинаре. И, в общем-то, мне всегда стоял такой интересный вопрос. Мы всегда пытались соединить каким-то образом нашу краниальную работу с рефлексотерапией. Потому что я понимала, что вот в этом соединении очень кроются еще большие возможности. Это дает КНО. Поразительные возможности, и это возможности еще медианы с очень достаточно широким сроком, и это очень интересно в плане рабочих пациентов. Я использую эту работу уже в течение года, и те проблемы, которые можно иначе было решить чисто остеопатически, либо только в моем крае сакральном, используя еще и медианы, кроносакральной терапии, спасибо большое.